Не радовать. Играем с нормальным человеком из Франции. Да. Почему тебе за ничью дали 2 пункта? Мне не дали 2 пункта. Тут вот по 2 партии почему-то считают зону. На самом деле мне отняли довольно много. Как понять, по 2 партии считается? Плюс 2 это за победу и потом ничью. А, я понял. Ну ты вообще ни о чем там. Опять этот тухлейший вариант. Что-что? Опять этот тухлейший вариант. Ну да, ну проверим, пока в прошлой партии он не очень уверенно играл здесь. Он просто зевнул. Ну, он зевнул, но даже позиция вроде была неплохая. Напомню вам, дамы и господа, что тогда... Вот, новый ход, конь А5. Надо брать, наверное. Конечно. Играть H5 уже. Ну, идем мат давать. Какой мат? H6? Это выгодно. H6 надо задвинуть. У меня не было вот этой ужасной слабости, была, конечно, нормальная позиция. Ну, давай, ферзь F3. И конь E5 как-то так что. Почему он пешку не взял? Не буду показывать прямой, подумал, кем брать. Почему он пешку не взял? Какую пешку? Конь висел. А, ты имеешь в виду тактика? Да. Ну, что, надо должен был играть. Потом у меня есть ход. Слом. Да, видимо, ты прав. Не, серьезно, почему он пешку не взял? Ну, видимо, он не видел это так же, как и я. Что он не видел, что там на слом b2 можно, в общем, не выигрывать материал. Ну, не так, хочется. Стоп, тут есть интересная идея. Слон g5, конь d7, конь f6, король h8, ладья e5 сюда, короче, ну, 5 сюда. Давай попробуем. Ну, идея интересная, конь придет, конечно, на f6, но это не матует, наверное. Не матует, но почему бы не попробовать? Так. Или ферзь f6. Или ладья e5. Нет. Может быть стоило ладья 5, не знаю. Тут ладья 5 надо. Ну, давай. Не, вообще позиция такая интересная. Но есть еще. Ну, если ферзь h6, то король g2 в этом идее. Ну да, у сторон еще есть ресурсы. Не надо играть король g2. Ну, обязательно, да? Еще как отдали пешку. Ну, он как-то будет выгонять коня, наверное, путем конь e8. Ладья h1, тогда извиняюсь, с темпом. Тогда привет, да? Нет, чего надо аккуратно соблюдать. Сейчас надо собраться и какую-то тактическую защиту найти. Не так легко. Ферзь d2. Вот если он найдет, то я могу просто проиграть на месте. То есть палка о двух концах. Ферзь d2. Ферзь d2, ладья h1. Ну, тогда... Вот этот скорее, да, вот так вот, как он сказал, ладья h1 все равно. Понимаешь, у нас в каких-то вариантах ферзь на b7 влезает еще. Он обязан играть конь f5. А так? Интересно. Жертва качества. Хорошая жертва. Ну так можно же выбить. А, нет, все понял. Так, если только мы не выиграем сразу. Хорошая или плохая жертва? Конь f7. Ну там можно просто перейти в равный эндшпиль после ладья h7. Еще конь h7 есть ход. Конь h7, ладья f3, конь f6, ферзь h6, взяли, король g7, шах, король f6, король f3, ну там плохо, ну там я не успею с таким временем ничего сделать. 30 секунд. Что, ферзь f4 просто пойти, что ли? Да. А, стоп, взяли? Ты, конечно, уже без ферзя. Ну там дело не в том, что без ферзя. Вот это он, скорее всего, зевнул, но я это тоже не видел изначально. Но сейчас он понял, что я ладья f5 пойду следующим ходом. А, вот мне надо было это делать сразу, да? Ну что, неужели ничего нет? Да, видимо, ничего нет. Хотя вот этот ход сильный, что ладья f5 теперь грозит, помимо ферзь f7. Ну 13 секунд это очень мало. Да, и ладеечка... Загнулась. Тактические трюки.
Ну, еще нужно реализовать, он будет, конечно, флаг сносить. Я не буду реализовывать, ничего сделаю. Думаешь, ничеечка? Трус. Тут, чтобы это реализовать, надо очень много ходов, потому что он стабильно стоит. Типа ты его не выпустишь, да? Ну, он... Я тебя понял, ничья уже не даст. Это выигранная позиция, но тут тяжело играть. Потому что... Ну, потому что, смотри, видишь, эта пешка не пройдет мимо двух, а эти две не пройдут мимо трех. То есть надо вести короля, совмещать угрозы вот этой пешки с матовыми. Это легко выиграно, надо секунд 40 потратить на это. Да, на Но всякий очень случай интересная, возобновляем. по-моему, партия. Нормальная партия. Полно тактических трюков.